Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В России ограничили вывоз медицинских масок и противовирусных лекарств. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ограничение будет действовать до 1 июня. В сообщении уточняется, что запрет на вывоз отдельных видов медицинской продукции вводится в целях защиты интересов россиян. Подчеркивается, что исключением могут стать случаи оказания международной гуманитарной помощи и вывоз гражданам медицинских предметов для личного пользования. Премьер-министр добавил, что в первую очередь нужно предотвратить так называемый искусственный дефицит медизделий, который некоторые перекупщики могут вывозить за рубеж. На этом у меня пока все, а больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!